шарах, курметы, хандармен, мырзалар. Уважаемые дамы и господа, наш концерт дает старт большому празднику музыки. Сегодня мы открываем 11-й международный фестиваль искусств «Астана Кештере». Вот и состоялось открытие 11-го международного фестиваля искусств «Астана Кештере». Мы только что были свидетелями замечательного творческого вечера французского композитора Пьера Тилуа. Наверное, композиторские вечера творческие станут традицией нашего фестиваля. Для нас было очень важно, чтобы творчество, казалось бы, композитора, который творит в сердце Европы, пропитано мелодиями, которые звучат в Азии. Очень ясно прослушиваются темы, мотивы азербайджанские, узбекские, киргизские, казахские. И когда мы анализировали и прослушивали творчество Пьера Тилуа, нас это поразило. Поразило, что в сердце Франции творит композитор, который замечательно слышит казахские мотивы. В первую очередь, когда я узнал, что меня пригласили, я еду в Казахстан, я захотел сделать какой-то подарок, выразить свое почтение Казахстану и решил написать музыку для этого инструмента. На самом деле, кабыз в первую очередь очаровал меня. Да, шаманское колдовство, но очарован и околдован был я. Хобус – это, безусловно, бренд наш, это наша культура, символ нашей музыки, наших традиций и национальный инструмент европейский – скрипка. И как эти два струнных инструмента общались, пережили очень многое и повествовали о своем на сцене, слушатели воспринимали все с огромным интересом. Бүгін өте қуаныштымын өзімнің Қазақстаныма оралып, қара қобызымен осына кішігірім концертті ойнап, дегдар қондына үлкен алғысымызды білдіреміз. Пьер Тилуа негізі біздің Қазақстанның музыкасын өтеседі. Мен үшін ол бірінші шығарма, осындай француз композиторы қобыз үшін осындай шығарма жазып. Менің ойымша біздің студенттер, келешек артистер негізі осы шығарманы алып, скрипкамен ойнай алады деп ойлаймын. Қобыз осы скрипканың ата-бабасы деп көрсетеміз. Менің ойымша осы екі контраст өте жақсы көрсетілген деп ойлаймын. Также прозвучали фортепианные произведения, ансамблевые произведения. И на самом деле, какую мысль мы выносим после этого вечера? Что, наверное, музыка – это язык абсолютно без границ. Это совершенно отсутствие границ между странами, между народами, между материками. Искусство – это то, что нас объединяет. Это то, что делает наш мир чище, добрее. Сейчас, конечно, достаточно сложно. Все артисты на фестиваль приехали в облет, очень далеко летели. Достаточно много тревог, беспокойств. Но наш фестиваль состоится в этом году. Прошел первый вечер. Вечер замечательного композитора Пьера Тилуа, в котором выступили невероятные музыканты. Тимур Румачеев, Шолпан Манкеева, Мурат Нарбеков, Анна Серова, Дина Мирманова, наши гости Квентин Фогель и Айгиль Машустер и, конечно же, Пьер Тилуа. Концерт провела наша легендарная Маржан Турашевна Жакенова, наш лучший музыковед, лучший конферанс. И она, как всегда, свойственным профессионализмом, тонкостью, познакомила с удивительным творчеством этого невероятного композитора нашу публику. На сцене фестиваля «Астана Кештере» встречаются совершенно разные культуры, представляющие разные страны, разные народы, разные континенты. Мы существуем в сердце Евразии, в городе Нур-Султане. «Астана Кештере» всегда ждет вас в своих залах.